Вот после того, как я распаковала посылку, я хочу эти орхидеи пролить Эпином Экстра. Это универсальный антистрессовый адаптоген, потому что, во-первых, они где-то примерно неделю шли посылочкой. Потом вот у кого-то опущенные ушки, кто-то чувствует себя хорошо. Они абсолютно все сухие. И чтобы не порвались листики, их немножко нужно потихоньку, не немножко, а потихоньку нужно приводить в нормальное состояние. А этот препарат Эпинекста – это антистрессовый препарат. Поэтому на литр воды, теплой, конечно, воды, хочу набрать шприцем 1 миллилитр препарата. Чуть меньше получилось, чем 1 миллилитр. Разбавляю в литре воды. Эпин Экстра – это антистрессовый препарат. И для того, чтобы листики у нас не порвались, ничего с ним не случилось, я налью примерно на минут на 20 каждый поддончик водички с антистрессовым препаратом. И пусть малыши постоят минут 20. Отпаивать их после пересылки надо потихонечку, чтобы не порвались листики, чтобы они сразу не получили огромное количество воды, и листики после, вот видите, они сморщенные такие, чтобы они потихоньку напитывались водичкой, не сразу всю воду получили, иначе их просто разорвет от этой воды. Поэтому вот минут на 15-20, чтобы мох промок немножко и корни адаптировались уже к водной системе, сейчас все долью, нужно вот сделать вот так. И потом поставить под искусственное обязательное освещение, чтобы они начали адаптироваться и привыкать уже к тому месту, где они будут находиться на данный момент. То есть сейчас мы занимаемся после посылки практически реанимацией малышек. Для того, чтобы не порвались листики, нужно начинать отливать их водичкой понемножку. То есть вот сегодня их поставили на 15-20 минут, корешочки, вот смотрите, корешочки сразу начинают пить водичку, причем с антистрессовым препаратом. Сегодня посмотреть, что будет завтра. Ну и последим за этими орхидеями, в каком состоянии они у нас будут дальше. Спасибо, что смотрите мой канал. До новых встреч. Будем следить за этими малышками.